Петр Порошенко на данный момент не подписал указ о лишении гражданства нардепа Андрея Артеменко. Это подробностям подтвердили в комиссии по вопросам гражданства при президенте. И будут ли рассматривать его в ближайшее время, неизвестно. Об этом заявил член комиссии нардеп Валерий Пацкан. Напомню, на прошлой неделе лидер радикалов Олег Ляшко сообщил, что президент якобы лишил депутата Артеменко гражданства из-за его канадского паспорта. Сам нардеп это опроверг, заявив, что Ляшко таким образом пытается перевести внимание украинцев от собственных грешков. Напомню, НАБУ возбудила против лидера радикалов уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь идет о покупке Ляшко дома в Кончазаспе стоимостью 15 миллионов гривен.